Всем привет! Как всегда, я прихожу с этого поля боя. Ходила аж по хлеб, взяла два хлеба, два кирпичика. Сегодня давал два кирпичика. Видно, люди возмущались, возмущаются многие люди уже. Потому что не дают, городским не дают. И вот такая кормушка у них, смотрите, вот два хлеба я взяла. Потому что я не беру суп. Дали два хлеба. Хотя давал и тем, не знаю, когда нас очередь доходит, не это. Опять женщина такая хорошая, я знаю эту женщину, она торговала всегда книгами. Очень хорошими книгами. Ну, русскими книгами. Хотя мы тоже же украинки коренные. У нее две собачки были. У нее была собака такая, ой, такая классная, как вот эта Колли. И она такая была попрошайка, понимаешь? С магазина выходишь, а у нас там заводская больница. И мы вот это, как на профосмотр там или что-то такое. И мы знали ее. И плюс она еще в моем районе живет. И у нее такие брошюры классные были. Понимаете, как мы вот за деньги. Ой, жалко денег, там деньги, деньги. А у нее в этих брошюрах написано. Ну, вы же поняли, я не такая эрудированная. В брошюрах написано, что деньги – это уют. Потом по группе крови, там, какую кушать кашу. Потом по профессии, кем ты работаешь, такое у тебя там должно быть питание. Но она очень интересная. У нее такие разнообразные брошюры интересные вообще. И она, боже, одуванчик. Ей сейчас 60 лет, но она тоже такая вот личика. Хвостик у нее, это самое, ей так идет седой волос. Она такая приятная, беленькая женщина. Дочка у нее одна. Кстати, дочка у нее сейчас уехала в Германию. И она сама осталась. Говорит, собачка что-то сдохла, осталась вторая собачка. И котики у нее. Она говорит, помоги мне с котиками. Я говорю, хорошо, я вам помогу. Так слушайте, что? Пока я вот этой женщине держала сумку, помогала. Захожу в эту церковь же. Вот это ж католическую, за хлебом. Суп не беру. Как подбегает опять этот же Веслов. А он, оказывается, боксер, хватает опять за руки, опять толкает. А у него такие лапы сильные, ты что? Начинает подгалкивать там вот эта паня Оля. А я не пойму, я говорю, что за крик, в чем дело? Я лично говорю за этой женщиной. Почему вы меня бьете? За что вы меня бьете? И вообще, какое вы имеете право, этот самый католический как, пастор, подбегать и бить людей, женщин? Какое вы имеете право? У него такие сильные руки. А мне говорят, он боксер. Вы представляете? Ну, в общем, без скандала нельзя. Потом с той стороны давали эти, тоже ж пакетики давали с едой. Во-первых, они перебранные, эти пакетики. Вот я не сняла, а когда вот здесь уже опять началась драка, я сняла. Я вам сейчас выложу вот этот ролик, вот эту секунду. Они начали все кричать, выключи, выключи телефон. Я говорю, да надоело уже. Короче, этот самый. Давали тоже пакетики. Мне не дала. Я стою, мне нет. Женщине не дала. Вот у нее инвалид. Говорю, я тоже инвалид. Не дает, она тоже местная. Я вижу, что людей местные. Ну, те, кто Вась-Вась, или я не знаю, или родом, или порода, или фиг его знает, мордой вышли. Ну, русским вообще не дает, на вид. Русским, мы-то украинцы, но не дает. Так просто вот такая вот какая-то ненависть нечеловеческая, такое презрение. И эта женщина говорит, ой, меня тоже так бил, так этот. Я говорю, как бил, за что бил? Тоже все ему не нравится, не дает. Это шок, понимаете, это шок. Я туда не ходила, вот сейчас я просто стала чаще ходить, я смотрю, это все. Его устраивают бездомные люди, которые приходят ползком, грязные, и целуют ему пятки, все. Это ужас какой-то, такое отношение, это вообще. Ой, вот такое дело. Ко мне должны сейчас прийти гости, ну, как сказать, гости с работы. Я говорю, что тебе купить? Я говорю, купите мне молока. Молока или кефира? Потом уже 100 рублей молоко, кефир с молоком. Ну, они камеры боятся, я не буду при них включать. Ну, что они рассказывали, я вам потом расскажу. В общем, я сейчас вам включу тот сюжет, который допекли меня, я уже все не могла. И вот это сейчас, что я вам рассказала. В общем, дают везде. А вчера мне был прикол вообще. Я же выпросила этот паёк со скандалом, со слезами, с истериками выпросила я. Мне дали не полный паёк, но дали две консервы. К этой коробочке две консервы, я даже не знаю, что это. И там узкий проход. Когда я выходила с этого прохода, у меня с этого пакета их вытащили. Вы представляете? Вытащили вот эти же беженцы, которые стояли. Я смотрю, эти беженцы одни и те же. По всем точкам одни и те же. Где я ходила, одни и те же. Они переодеваются в другие, а я в одном и том же хожу. Короче, и вчера у меня вытащили эти две банки. Я даже не знаю, что это было.
Она говорила, что вроде как тушенка, две такие небольшие банки были. Ну, я не знаю, утверждать не буду, но эти две банки у меня вытащили с пакета, пока я вышла. Женщина впереди затормозила, а мужчина сзади за пакет вот так оттянул, цап, и все. И что я буду, опять полицию вызывать, драться? Нет, конечно. В общем, отношение ужасное, ужасное. Я не знаю, почему так, что я сделала, что мы сделали. Не одна я говорю, не одна я. Просто я вот такая вот, это самое... Не боюсь, потому что я никогда не ворую, никого не обижаю, ничего не украла, ни у кого не забрала, поэтому я не боюсь. Ну, в общем, вот такое дело. Я вам сейчас покажу, там вообще взбесилась я еще в маске. Ну, это он хватает так сильно, у него руки такие сильные, он хватает, он так толкает тебя. Так он реально толкает. Я говорю, что он такой дебелый, так толкает. А говорит, а он боксер. Ты представляешь? Ну, не знаю я, попадет мне когда или нет. Тут я подхожу, дайте мне, мне не дает. Или даст, когда-то давала мне, так на дне чуть-чуть. А у тех полные пакеты. Я ж вижу, что там банки и это. А мне не дает такое. Ну, в общем, вот такие новости. Все. То сейчас ко мне должны прийти, я должна двери открыть. Все, давайте, пока-пока, потом расскажу.